Смотри, чтоб штаны не пропалило. Полгода. Полгода, да, примерно. Короче, разница между мормоком и Куплиновым. Слушайте. Поехали. Я понял, тебе не нравится слово «привет, народ». Да, тебе нравится, кстати, эта фраза. Но я не хочу говорить «друзья». Я же их не знаю. Может, у меня у**ак смотрит какой-то. Я не хочу его другом назвать, типа. Меня смотрят разные люди. А какое примерно процентное соотношение у**ка, по-твоему? Там, типа, ну, один он или их несколько? Ну, одного я точно знаю. Скажи. У меня есть, по крайней мере, камера. Ну, за камерой есть ты. Я с тобой. Главное, не надо паниковать, наводить вот депрессия, стресс, это все хуйня. Все это хуйня, нужно просто брать и делать. Брать и делать, все, несмотря на что. Потому что если бросить, конечно, всегда легко. А ты попробуй, блядь, починить. Вот ты. Никогда не сдавайся. Не надо психовать. Просто надо психовать, все будет нормально. Фактически этим. Не взять их, вот так вот сжать, сказать, спокойно, блядь, спокойно! И все будет нормально. Снежный снегопад, снегоуборный снегопад. Куда мы идем? Ляля, куда идет? Да, снегу как ты хотела. Лилу, смотри в кадр. Пофоткались чуть-чуть. Сейчас покажу вам фотки. Do not sleep, she waits for you to sleep. Do not sleep, she waits for you to sleep. My breath you breathe, it will carry you. My breath you breathe, it carries you. Do not sleep, she waits for you to sleep. Do not sleep, my starling, do not sleep. Начинаем готовить, потом покажу, как сделали, я вкусно. А это я. Оборвач. Енто мне цветочки подарили на 14 февраля. Правда, оно было вчера. Вот еще тоник мне подарили. Не дешевый, я вам скажу, я же погуглила на зоне. Вот, спасибо большое. Очень большое спасибо. Смотрю трэш-обзорчик маникюра за 20 тысяч рублей в Dior от Алены Погребняк. И купила первый раз вот такой вот электроспорт. С ромом. Я думала, там вообще не будет чувствоваться. На самом деле, я съела кусочек, я чувствую себя перегар. Серьезно? Ой. А Саша дала попробовать, и она побежала, выплюнула в унитаз. Поэтому
Ядрёный, если вы за рулем. Ой, блин, вот свинья. Лучше его не есть.